Вот смотрите, это исландский йогурт. И он проявляет слабые свойства не-ньютоновской жидкости. Это очень забавно, смотрите. Он вроде его вот так вот берешь, вот он вот такой вот, не знаю, видно на камере, нет, вот такой как бы жидкий. А его вот так берешь, и он как бы не жидкий. Короче, как не-ньютоновская жидкость. Он такой крутой вообще. Так прикольно сидишь, тыкаешь.